Режиссер хита «Свадьба на троих» Оскар Бесембин, не успев презентовать свой новый фильм «Адель», уже готовит еще один. Название его пока держится в тайне. Зато уже понятно, что все закончится хэппи-эндом. Это стало известно благодаря последним строчкам сценария, которые режиссер выложил в сеть. Также неугомонный Бесембин готовит новый ситком о тяжелой и веселой судьбе строителей газовой трубы. Оскар, к слову, просит помощи у своих подписчиков. Новому сериалу необходимо хорошее название. Если у вас есть какие-либо соображения по этому поводу, пишите ему в комментариях. Оставьте свой след в казахстанском кинематографе.